Доброе утро, друзья! Как у вас дела? Как настроение? Я очень надеюсь, что у вас все хорошо. У нас раннее утро. Будем с вами делать уход. Хочу сегодня протестировать вот это средство от Нивея. Я давно на него поглядывала, я вам говорила, но вот ждала, когда будет акция. Купила, попробую, надеюсь, что оно мне понравится. Сегодня у меня опять насыщенный день, много работы моей. И еще у меня сегодня последний урок финансовой грамотности. Все это последний, больше проводить не буду. И он не онлайн, а очно. Здесь недалеко тоже школа. Поэтому проведу и все, девочки. Это у меня получается, сколько я провела всего. Это, наверное, 10-й или 11-й урок это будет у меня. Вот. Но большую часть я провела дистанционно. Я очно провела, вот это будет 4-й. А все остальные я проводила дистанционно для краматорских школ. Так, вот такое средство. Хочу попробовать, девочки. Я вот так вот чуть-чуть выдавила на руку. Он такой какой-то, знаете, бежевое, розовое, я не знаю. Так, давайте попробуем. По ощущениям очень приятно. Но вообще я люблю Нивею. Вот из всех бюджетных кремов, там Гарниер, еще какие-то. Если стоит задача купить что-то хорошее, то это будет Нивея. Ну, по крайней мере, моя кожа благодарна. Так, скажу, выложила сегодня видео я вам за выходные. Я сомневалась, выкладывать его или не выкладывать, по той простой причине, что я... Ну, это видео за первую половину субботы, скажем так, вечером я уже ничего не снимала. Мы гуляли, ездили в эпицентр. Я еще, ну, на тот момент еще не было вот этой трагедии, которая произошла в Харькове в эпицентре. Я узнала, она произошла где-то в обед, правильно. Я когда узнала, ну... Вы понимаете, да, реакция моя. Я думала, выкладывать, не выкладывать это видео. Потому что с утра мы как бы тоже ездили здесь, в Виннице, в эпицентр. Как бы все ок. У девочки крем просто нереально класс. Но потом подумала, у меня канал жизни, ну вот так прошел мой день, правильно? Почему? Ну как бы я его буду скрывать, да, ну... Ну, так прошел, да. Никто не знал, что случится такая трагедия в этот день, что погибнут люди, что прилетят, сколько там, две ракеты по обычному торговому центру в выходной день. Я не знала, я не могла знать. И предотвратить эту ситуацию я тоже не могла. Поэтому я долго думала, выкладывать, не выкладывать. Подумала, что, ну... Ну, так вот прошел день. Я никак не могла повлиять на данную ситуацию. Поэтому видео я загрузила на канал. Чуть попозже открою доступ. Ну, вы понимаете, да, я его загрузила еще вчера. И вот не могла принять решение, как правильно, открыть или не открыть, да, доступ. У меня стоит ограниченный доступ, да, то есть его никто не видит, кроме меня, это видео. Открыть или не открыть этот доступ, чтобы увидели его вы. Я так вот стою, думаю, наверное, я открою сегодня доступ. Я так приняла решение, но попозже чуть-чуть открою. Сейчас соберусь, позавтракаю, выпью кофе, потом открою. Ну, я еще раз повторюсь, что сомнения у меня такие были. Я вчера думала, я его вчера смонтировала, это видео, но сомневалась в правильности, скажем так, выставления этого видео на показ. Так, девочки, нанесу сейчас на шею зону декольте за кадром. В общем, для чего я вам это все сказала, чтобы вы не думали, что я какая-то там, не знаю, там где-то трагедия, а я продолжаю, ну, я все-таки стараюсь вам, запуталась, развлекательный контент. Но с утра такой трагедии не было. И, ну, в общем, вы меня поняли.
Не буду вдаваться в подробности. Так, девочки, сейчас я помою руки. Все равно крем остается на руках, правильно? Так, и мы сейчас с вами будем капсулу наносить. Все так хорошо впиталось, вообще легко. Так, какую я хочу капсулу? Хочу вот такую красненькую. Капсулы у меня, девочки, вот такие. Уже больше половины банки нет, микс. Я взяла красную, девочки. Так, сейчас открутим пыптик. Здесь очень много масла всегда. Сейчас нанесем на волосы и просто высушим феном. Уже аромат божественный. Сегодня у меня такой насыщенный день, поэтому нужно сейчас еще поработать с дома, быстренько что-то приготовить, покушать на обед, чтобы мы вернулись с этого мероприятия. Оно у меня на 12:40. И быстро покушали, и у меня дальше продолжается рабочий день. Все, это последний такой урок финансовой грамотности. Больше проводить не буду. Я устала очень, ну, физически, вы понимаете, да, что, ну, это очень тяжело. Смотрите, как после капсулы, вот я сняла полотенце, и после капсулы как сразу вытягиваются и делаются красивые волосы. Сейчас все высушу феном, девочки, буду сушить уже за кадром. Немножко сделаю макияж сейчас, потом вам уже покажусь, как буду на занятия ехать, потому что мне нужно еще успеть позавтракать, выпить кофе и сделать такой легкий мейк. Все. Всем хорошего и мирного дня. Мы в центре Винницы. Идем на автобусную остановку с Анюткой. Тут такой сквер. Очень много людей. Такая людная улица это. Мы тут в школе были 5 минут до центральной улицы. И на этой центральной садишься на автобус и все хорошо. Сейчас доедем. Погода сегодня тепло, но не жарко. Я Анютку говорила взять кофту с собой. И зря, да? В топике тепло. Погода супер. Автобусы шумят, видите, тут движение такое активное очень. Какая-то экскурсия для деток, младший, наверное, летний лагерь какой-то. В общем, тут симпатичненько. Я очень люблю вот эту архитектуру, вот эти дома все старые, поразглядывать. Мне очень нравится и прям нравится. А у нас начался ливень. Забежали в Галю Балупана. Сидим тут. Просто на ровном месте начался ливень. Это он еще притих. Девочки, мы дома. Мы шли просто на остановку. Начался огромный ливень. И получается, мы забежали в Галю Балувану, постояли, ну, неудобно же в одном месте стоять, рядом еще была Ева, забежали в Еву, в общем, полчаса шел ливень, и мы умудрились побывать в двух магазинах параллельно, значит, в Галю Балуваной, ну, не просто ж так мы там простояли, да, мы там были минут 20 и минут 10 в Еве, и дождь, знаете, так начал меньше, я говорю, побежали, ну, волосы мокрые, естественно, но как есть, значит, в Галю Балуваной. Я взяла вот такой хачапури, никогда на него не обращала внимания, я вам честно скажу. Время поразглядывать было, взяла попробовать. И яйца потом нужно сюда вылить, когда уже, ну вы поняли, да, запекается. Анютка моти взяла себе вот такой фисташковый один.
или одно, как правильно. Взяла млинці з м'ясом та з шинкою та голландським сиром. Вот эти очень вкусные. С мясом не помню, я в Галі балована, но с шинкой очень вкусные. И у нас дома закончились все. Пельмени, вареники, все закончилось. Взяли какие-то пельмени, три мяса с кропом, с укропом. Вот, такую пачечку. Вот это все вышло на 400 с копейками гривен. Зашли в Еву, и тут я вспомнила про лайфхак, который я недавно видела у какого-то блогера. Я скажу честно, я забываю с утра пить воду. Я могу встать с утра и забыть выпить стакан воды. Бывает такое. И она такой лайфхак посоветовала: завести какой-то красивый стакан, который будет мне об этом напоминать постоянно. И мы заходим в Еву, и в Еве вот такие вот по акции 60 гривен вот такой вот стакан. Я подумала, это судьба. Я один взяла, вот чисто, знаете, чтобы он на видном месте был, и он мне всегда напоминал про воду. И он даже довольно такой, ну, симпатичный, посудомоечкой можно мыть. Я считаю, что супер. По-моему, 61 он стоил, вот такой вот стаканчик. И он довольно такой объемный. Сколько там объема? Ну, грамм 200-250 он имеет. Ну, то есть, не рюмочка какая-то маленькая. Поэтому подумала, что прям вот то, что нужно. В Еве взяла вот такие салфетки. Нам когда-то наша подписчица присылала с экстрактом лаванды. Мне сподобалось. Зашли, увидела их, взяла еще две. Вот, по-моему, такие нам дарила наша зрительница. Если не... Напишите, такие вы нам дарили или нет. Две салфетки, взяла вот такое мыло, и у меня было фиолетовое, классно пахнет, зеленое я не пробовала, понюхала, очень вкусно пахнет, взяла, но тоже по акции сейчас, пол-литра, вот такая, еще такая, я люблю такие бутылки, брутальные, скажем так, 72, по-моему, стоило, 19 гривен, вот такая ложка, Kitchen Gadgets. Очень удобно что-то вот вылавливаешь, попробовать, чтобы бульон не затекал. 19 гривен, в общем, такая ложка. Я бы ничего из этого, наверное, и не покупала бы, если бы я, если бы не ливень, и мы бы не зашли в этот магазин. В общем, у нас такая вышла внеплановая рубрика «Чё купила?». Но все, что не случается, то к лучшему. Я в это свято верю, потому что я все забывала вот такой вот бокал себе взять где-нибудь. Понимаете, вот нужен был стакан, который будет только для воды и напоминать мне про воду. Вот. Так что лайфхак, девочки. Вы заходите на кухню, его единственное, не нужно убирать, прям прятать где-то так вот, чтобы его вам было видно. Чтобы вы не забывали выпивать этот стакан воды не только утром, но и днем иногда вот заходишь. И, ну, у меня в основном я забываю, днем я пью воду, все пью. А вот утром надо вставать и выпивать стакан воды или, ну, тепленькой. Кто лимон добавляет, кто мед, кто что, можно просто воды. Но ключевое здесь не забывать. А я забываю, честно вам признаюсь, забываю. Поэтому вот такой лайфхак, может быть, кому-то будет полезно и красиво, и полезно, и, надеюсь, я буду пить воду. Так, в чем забежали домой? Это трэш. Погода просто на ровном месте. Я вам снимала, была прекрасная погода. Буквально проходит, ну не знаю, ну 5 минут мы просто шли, и начинается вот этот Армагеддон. По прогнозу, еще раз повторюсь, дождя не было. Вот. Доброе утро, мир. Как у вас дела, как настроение? Я очень надеюсь, что у вас все хорошо. Девочки, вчера практически ничего не снимала. Мы намокли, прибежали домой, высушились, рабочий день. И я как-то так увлеклась работой, что я даже ужин вчера не готовила. Мы сделали там омлет вообще по-быстренькому, что-то настолько простое, потому что, ну, я настолько вчера устала, что словами просто не передать. Значит, мы намокли, прибежали, села за работу и думаю, закончила работать я вчера где-то в 19 так, с хвостиком. И что вы думаете? Думаю, пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом, но хоть как-то, знаете, вот, ну, мы бежали под дождем, а хотелось, знаете, вот просто свежего воздуха. Что вы думаете? Я вышла с подъезда. Ну, вот так вот, у нас там стоянка машин. Я дошла до первой машины, и начался опять дождь. Начался дождь, который шел всю ночь.
И если не ошибаюсь, он даже сейчас, вот раннее утро, он продолжает идти. Сейчас сделаем с вами уходовые процедуры, посмотрим. Поэтому я не знаю, вот бывают такие дни, ты что-то планируешь, что-то хочешь сделать, как-то так по-хорошему, по-правильному, а день идет, знаете, как бы без... В общем, не подвластный нам. Так, девочки, хочу заплести волосы, потому что наносить крем с распущенными волосами, мне кажется, это не самый лучший вариант. Сейчас мы все заплетем. Хочу сделать сегодня уход. И будем с вами начинать день, да? Жить свою жизнь. Мне кто-то такой комментарий написал по поводу там военных действий, съемок видео и прочее. Девочки, я говорила, еще раз скажу, что я специально практически не касаюсь военной тематики в видео. Это моя такая позиция в плане видео по той простой причине, что мы окружены все негативом. Давайте быть честны, негатива просто вокруг миллион. И хочется чего-то, ну не знаю, хорошего, доброго, вот так вот назовем это. И мне так, наверное, я не политический какой-то обозреватель, я не тот блогер, который политические обзоры снимает. Да, у меня влог про косметику, покушать, погулять, про что-то такое. А мои влоги — это вот такая частичка малюсенькая моей жизни. Девочки, я не домохозяйка, я работающая женщина. И мне, поверьте, есть чем заняться в будний день. Поэтому... Кто смотрит меня регулярно, тут, наверное, заметил, что я снимаю видео 2-3 раза в день. В каком плане? 2-3 кусочка. Утренний какой-то кусочек, может быть, днем там в обеденный перерыв, или я обед какой-то готовлю. И вечернее время. В течение дня у меня времени, возможности что-то снимать просто нет. Я занята. Я вообще последние 2 недели... была очень занята, помимо моей основной работы. Вы знаете, что я еще проводила тренинги. А это, я вам скажу, занимает очень много времени. И я вместо того, чтобы заканчивать... Я начинала свою работу основную раньше, чтобы все успеть. И заканчивала я ее позже тоже, чтобы все успеть. Поэтому то, что я вам снимаю какие-то радужных пони или еще что-то, ну, я так выбрала. Вы все смотрите новости, вы все знаете. Ну, смысл мне еще раз вам это все повторять, правильно? Если какие-то ситуации такие прям глобальные случаются, которые мой канал о моей жизни, поэтому я вам показываю то, что хочу показать я из своей жизни. Так, крем вот этот. Девочки, я в восхищении. Ну, камера, как всегда, не хочет. Я не знаю, что такое. Что... А вот, сфокусировалась. Коробочку сейчас еще покажу. Вот такой. Мне очень понравился. Очень. Я прям довольна. И он такого цвета, видите, бежевого. Так, я не пойму, что у меня с фокусом. Вроде нормально. Наносим крем. Иногда как-то фокус, знаете, раз и поплыл. Мне очень понравился этот крем. Прям вот ощущение кожи. Я вчера умылась вечером. И знаете, после этого крема даже нет вот этой стянутости кожи такой сильной. Естественно, я наношу вечерний уход. Ну, как бы понятно, да? Но ощущения после этого крема очень классные. Он сейчас по акции. Я покупала в Еве. Ну, я думаю, что не только в Украине есть этот крем, поэтому можете купить, попробовать. И основной его такой жирный плюс, то, что он и уходовый, и с SPF. Это даже не крем, это флюид с защитой, дневной флюид с защитой. Triple Protection SPF 50 плюс с витамином Е.
запатентованы, двойная доза витамина Е. Ну, в общем, девочки, попробуйте. Кто любит косметику? Я знаю, что вы часто покупаете по моим каким-то отзывам, потом пишете отзывы. Мне приятно, что вы доверяете моему. Я бы даже еще чуть-чуть нанесла бы что-то мне как-то, капелюшку еще на руку. Что вы доверяете моему вкусу. Я сегодня напилась черного чая, все, сразу эти мешки, сразу мешки, где деньги в мешках, да? Но люблю я на ночь. Я вчера две чашки, девочки, на ночь выпила чаю. Поэтому мне... Мы вчера такой фильм смотрели с мужем. Я его смотрела очень давно. Очень давно. И мне так захотелось его пересмотреть. И я вообще... Ну, я ж не гуляла вчера. Дождь был. И мы... я дождалась мужа на крылечке подъезда. И мы гулять, естественно, не пошли. И я говорю, давай посмотрим какой-то фильм. Долго думала, какой, девочки. И вспомнила, что я очень давно хотела пересмотреть фильм. Называется «Хочу как Бриджит». Это по аналогии с Бриджит Джонс, но это не Бриджит Джонс. Там совершенно другой, ну как, сценарий. Так, на шею, на зону декольте нанесу позже. Там совершенно другой сценарий, получается. Это фильм французский. «Хочу как Бриджит». Я вам сейчас ставлю заставку. Девочки, я такое удовольствие получила. Я его смотрела один раз. Лет, наверное, не знаю, 6, наверное, может, 5 назад. Мы еще в Краматорске жили. Мне он случайно совершенно попался. И мне захотелось, он мне тогда, знаете, вот такой легкий, расслабляющий, ненавязчивый, ни к чему не обязывающий, знаете, вот когда просто нужно расслабиться и все. И я с таким удовольствием его пересмотрела вчера, я такой кайф получила, честно. Вот я вам прям от всей души рекомендую, я вот обещаю вам понравиться. Это для девочек фильм, ну муж терпеливо посмотрел, естественно, добровольно он бы этот фильм не выбрал, но... Он сказал, что да, он легкий, ненавязчивый, с тонким французским юмором. И, знаете, вот ну, заставляет о чем-то задуматься. Какой-то момент даже ты о чем-то думаешь, да, какие ты поступки в жизни совершал. Но, в общем, мне очень понравилось. Поэтому я сейчас вам ставлю заставочку этого фильма. И... Надеюсь, вам тоже будет интересно. Так, сейчас нанесу на шею зону декольте. Еще раз покажу крем, а то у меня что-то камера плыла. Вот такой вот крем. Девочки, сделайте себе скрин в Еве. У них там целый стенд вот такой. Боже, я заговариваюсь. В общем, вот такой. И у них там есть от пигментных пятен, у кого пигментные пятна, у меня вот здесь такое маленькое, но я с ним не борюсь особо, дневной с SPF и вокруг глаз, там что против морщин, но я для начала решила, что мне будет достаточно и такой попробовать, правильно, понравится, не понравится, еще у меня любимый, вот мой Нивея, это вообще, я уже третий год, да, я в 22-м, первый раз попробовала вот этот крем. И это уже 24-й год, 3-й год. Я обожаю этот BB-крем от Nivea. У него маленький SPF 15, но, в принципе, это достаточно, если вы там не собираетесь где-то жариться. Здесь, конечно, 50. Но это дневной, и он просто делает кожу, ну, как бы, знаете, такой ухоженной, бархатистой, красивой. А этот именно вот с тональным каким-то... эффектом. Но они два крутых, поэтому я всегда... Мне никто это не подарил, я это покупала самостоятельно, поэтому от всего сердца могу порекомендовать. Да, я делаю рекламу Nivea, но я делюсь с вами чем-то хорошим, тем, что мне действительно нравится. Все, всем доброе утро. Сейчас покажу вам название фильма еще раз, чтобы вы быстро его нашли. И когда у вас будет свободная минутка, посмотрели его. Дождь продолжается. Сейчас уже не сильный.
но очень пасмурно и грустно. И такая погода, прогноз показывает, что до конца недели будет. Поэтому чувствую, не погуляю я на свежем воздухе. Запекли хачапури и в серединку разбили еще два яйца. Можно только желтки, но я сделала вот так. Выглядит очень аппетитно. Он, правда, мне не идеально ровный, запекся. Ну, это вообще на вкус никак не влияет. Всем приятного аппетита. Подпишу здесь, вкусный или невкусный хачапури из Галябалова.